Сярод зварота у адміністрацыі абласнога цэнтра і гарвыканкам пераважаюць тэмы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Падобных скаргаў у агульным аб'ёме амаль палова. Дарэчы, колькасць адпаведных зваротаў у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года павялічылася на 22%. Часцей гараджане сталі звяртацца да ўладаў таксама з пытаннямі пра асалодкаванне і выплаты заработнай платы. Удвая ўзрасла колькасць зваротаў, звязаных з работай грамадскага транспарту. У першую чаргу прычына іх з'яўлення – недастатковае развіццё транспартнай інфраструктуры ў раёнах індывідуальнай жыллёвай забудовы Раманавічы і Новае Жыццё. Асаблівая ўвага прыватызацыі. Як вядома, з 1 ліпеня ўсё непрыватызаванае жыллё перайшло ў разрад камерцыйнага. І таму ў чэрвені рэзка ўзрасла колькасць зваротаў па гэтай тэме ва ўсе выканаўчыя і распарадчыя органы Гомеля. Прежде всего люди поднимали вопросы об изменении назначений общежитий, то есть перевод, снятие с общежития статуса общежития и перевода их в многоквартирные жилые дома для последующей приватизации, а также несогласие людей с оценочной стоимостью квартир. С оценочной стоимостью квартир люди не согласны, с высокой их стоимостью, но оценка, как показывает практика, то службы жилищно-коммунального хозяйства и специальная управление, которое занимается оценочной деятельностью, здесь ошибок не допускают. Тем часам по многих значных накірунках назирается становчая динамика. На 44% скоротилась колькость зворотов по жилевым будовництве и на 32% по землекорыстанию и организации гандлю. Меньше скаргов стало поступать по таких темах, как адукация, предпринимательская деятельность и ахова новокольного осяродя. Мы сделали акцент большой на проведение встреч с гомельчанами в рамках единых дней ЖЭО по месту жительства. Кроме того, Гомельским горосполкомом организовано издание справочника телефонов первой необходимости. 32 тысячи экземпляров будут распространены среди одиноко проживающих пожилых граждан. Мы уверены, что это поможет тоже донести свою проблему по адресу. У Гомельским горвыканкаме протягнуть и далее удосканальвать работу со зворотами громадян. У другим полгодии акцент плануется зарабить на снижении проблемных пытаний, связанных с ЖКХ, жилевым будовництвом и ремонтом дорог. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».